друзья мои, с вами снова Тори. А мы продолжаем серию нашу, которую мы начали недавно. Каша из топора. Очень дешевые и очень вкусные и простые рецепты. Сегодня приготовим бутерброды. Вот такие вот. Мы берем рыбные консервы. Вы можете взять любимые свои рыбные консервы. Но этот рецепт изначально был придуман именно со шпротным паштетом. Выглядит он, конечно, не очень, но сейчас мы его сделаем покрасивше. Шпротный паштет стоит у нас в магазине 25-30 рублей. Понадобится еще одна маленькая луковка, один плавленый сырочек, его стоимость где-то рублей 11, и батон, ну и, как всегда, наш майонез, наш домашний, который мы готовили вот по этому рецепту. Переходите по ссылочке и посмотрите рецепт. Вы можете, опять же таки, я всегда говорю, по своему вкусу использовать магазинный майонез, если приемлете. Приступим. Итак, у нас шпротный паштет. Если у вас рыбная какая-то другая консерва, надо размять ее вилочкой. Лучок. Меленько-меленько режем. Так, сюда. Что же делать со второго лучка? Все, порезали. Отправили в рыбные консервы. Это все. Добавили столовую ложку майонеза. Даже чуть-чуть больше. Так. И размешиваем. Такой получился луково-майонезный паштет. Плавленый сырок. Режем таким образом. Ну, в общем, как-то так. Я снова исчезаю из кадра. О, ложка забыла. И возвращаюсь в кадр. Я забыла маленькую ложку. Мы купили батон. Такой багет. И нарезали его уже. Вы можете использовать просто хлеб. Можете обыкновенный батон бутербродиками, канапешками нарезать это все. Мы просто, у нас же еще эстетика. Помимо того, что это дешево, вкусно, то это должно быть эстетично. Намазываем. Итак, намазываем вот таким вот макаром, мы все это намазываем. Теперь выкладываем по кусочку плавленого сырка. Ну, коль уж мы экономим, то по одному кусочку. Дальше начнем самое интересное. Это не все. Это теперь мы отправляем в микроволновку. Пока сырочек немножечко расплавится. Ну, он прям сильно не расплавится, это не сыр обыкновенный, но чуть-чуть. Чтобы они стали тепленькими. Наши бутерброды все нагрелись, запахли рыбкой. И мы начинаем. Нам же нужна еще эстетика. Мы взяли майонезик. И вот таким вот макаром. Раз, два, три. Все, и украшаем. Помимо того, что это получилось дешево, достаточно вкусно. Красивенько. Все, приятного аппетита. Радуйте себя, своих близких, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что впереди еще много-много чего интересного. Пока-пока, скоро увидимся!